На проблемы с подарочными сертификатами стали массово жаловаться красноярцы. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора края Дмитрий Горяев. Люди хотят вернуть деньги, но продавцы им отказывают. За последние несколько дней поступило более десятка обращений от жителей. Чаще всего возврат не дают за сертификаты с вышедшим сроком годности. Также магазины нередко обнуляют остаток денег, которые потребовали, потребители не использовали. Горяев считает, что это нарушение. Продавец не вправе удерживать деньги потребителя в случае, если сертификат не использован. Не допускается и обнуление неиспользованного остатка денежных средств. Глава краевого Роспотребнадзора ссылается на решение Верховного суда, который 16 марта этого года поддержал позицию ведомства о том, что потребитель может сдать подарочный сертификат в любое время, в том числе по окончании срока действия. Объяснение в этом случае простое. Покупка сертификата – это всего лишь внесение предоплаты за товары или услуги, которые будут приобретены в будущем, а значит, деньги нужно возвращать. Горяев отмечает, аналогичное требование распространяется и на магазины, которые приостановили свою работу в России.